А следующую участницу, да, зовут Алена Ставицкая. Как я говорила, это один из самых близких моих людей. Она тоже споет свою авторскую песню. Также, кстати, она победитель конкурса патриотической песни среди всех стран СНГ. Беларусь в этом году заняла первое место. Я очень рада, что приняла участие в этом проекте. Ну и спою, собственно говоря, песня называется «Барьер». О том, что завтра лучше, чем вчера. Небо хмурится, а ты бродишь одна по улицам города. Огни гаснут фонари, твое желание возможно сбудется. По лужам босиком, без страха заболеть, она смеется и хочется петь. Дайте ей право на ошибку, кто-то сказал, что жизнь одна. И на лице ее улыбка, завтра лучше, чем вчера. Где твой друг сейчас? Ты совсем одна. Снова будешь летать до утра. Рассвет придет, испаришься ты. На подоконнике чьи-то следы. Он сойдет с ума, где же, с кем же ты? Разделяешь свои мечты. Будет жить один, нечего терять. Но эта девушка умела летать. Дайте ей право на ошибку. Кто-то сказал, что жизнь одна. И на лице ее улыбка. Ведь завтра лучше, чем вчера.